вашего ребенка никогда не будет сколиоза, а у вас проблем со спиной, если вы будете выполнять суперкомплекс от Вячеслава и Марины Узелковых. Только сегодня они отправились в парк, чтобы провести тренировку для всех желающих. Давайте посмотрим. Мы сегодня планируем провести семейную тренировку на открытом воздухе в парке и привлечь к ней всех желающих, у которых болит спина или появились легкие боли в спине. Мы всех приглашаем. Привет отдыхающим. Здравствуйте. Здравствуйте. Есть проблемы со спинками? У меня. Вот первая жертва. Тогда мы собираемся все вместе на площадке. Автограф с вас. У вас есть проблемы со спиной? Где конкретно вас что беспокоит, вы нам скажите? Поясница? Тогда вы к нам. И папе, конечно, нужно присоединяться. Папе в первую очередь. Я уверен, что они все сидят на вашей шее. Как ваши спинки? Ой, побаливают, вы знаете. В какой области, скажите, какой? Пожалуйста. Да. Ближе, наверное, к грудной части. К грудной. Да. Вам к нам и нужно. Да. Отлично, пойдем. Конечно. Пойдем. Сегодня мы покажем комплекс из 5 упражнений, которые помогут вам избавиться от спазмов и усталости мышц спины. Спасибо. Спасибо. Мы будем рады. Такие проблемы возникают у всех, кто долго пребывает в сидячем положении. Водители, школьники, студенты. И домохозяйки. Так как у нас Роберт очень любит собирать лего, конструкторы, пазлы, много очень сидит, и из-за этого у него тоже страдает спинка. И поэтому мы со Славой решили разработать упражнения. Мы, конечно, вначале это попробовали на себе. Они будут доступны для всех. Мы вам их продемонстрируем и надеемся, что они вам тоже помогут. Есть противопоказания только если вы после операции или вам запретил врач? Нет, слава богу. Надеюсь, нет. У нас таких нет. Нет, нет. Ну, слава богу, тогда приступим. Тогда начинаем. Спасибо, спасибо. Спасибо. Первое упражнение предназначено для разогрева тела. Мы его используем как разминку. Кроме того, он прорабатывает весь позвоночный столб, делает его более гибким и подвижным, устраняет блоки и зажимы в пояснице, межлопаточной области и области шеи. С выдохом подбородок направляем к грудной клетке и выгибаем спинку. Со вздохом запрокиньте голову назад и посмотрите все в небо. Задержимся в этой позиции на 30 счетов. Это даст возможность вашей спине хорошо растянуться, а позвонкам встать на место. Теперь из этого положения делаем медленный поворот головы влево. Голова уходит в ту же сторону, что и таз. Задерживаемся в этой позиции на 30 счетов. Затем также медленно поворачиваем голову вправо. Выгибаем спинку дугой и опускаем голову вниз. В таком положении остается 30 счетов. Выдыхаем, поднимаем. Переходим ко второму упражнению. Это упражнение помогает укрепить мышечный корсет глубоких мышц спины. Благодаря этому спина у вас будет меньше уставать. Ложимся все на живот. Вытягиваем руки перед собой и поднимаем руки и ноги одновременно. Задерживаемся самолетик. На 30 счетов. Полетели, самолетик. Не опуская ноги, переводим руки перед собой, а ноги держим на весу. 30 счетов. Ну, теперь ручки вот так переведи. Переведи сюда, положи головку. Так. Не опускаем ноги, руки вводим в первое положение. Упражнение подходит для укрепления мышц живота и поясницы. Ложимся все на спину, ладони смыкаем за головой. Локти разведены в стороны и плотно прижаты. На вдохе поднимаем голову и сгибаем ноги. Локти прижимаем к голове плотно. Надо сделать 5 подходов по 5 раз. Начинаем.
Крепко сокращаем. Молодец, молодец. Молодец, так красиво. Поехали, поехали. Да-да-да. Теперь поднимаешь, поднимаешь, да. Вот, задерживаешь. Вот, задерживаешь. А потом ты опускаешь, разводишь. Перейдем к следующему. Это упражнение укрепляет мышцы ягодиц, таза и нижней части спины. Для наших ягодиц все, что нам нужно. Поджимаем ноги в коленях, подтягиваем пятки к ягодицам, держимся руками за лодыжки. Вот так. На вдохе поднимаем живот вверх и тянемся подбородком к грудной клетке. И остаемся в таком положении 30 секунд. После этого опускаемся на спинку и делаем таких 3 подхода. Держим, 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 держим. Напрягли, напрягли. Ножки, ножки, стой, 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 солнышко. Не-не-не, смотри, зайчик, ты вот так на стопочки поставь правильно. Теперь подними, пожалуйста, ягодички. Подбородок к грудке. Опускаемся. Приступим к последнему упражнению. Оно помогает выровнять позвоночник и поставить все позвонки на место. Также скручивание расслабляет мышцы спины. Ложимся на спину и вытягиваем позвоночник. Сгибаем ножки в коленках. Выполняем скручивание сначала в одну сторону, потом в другую. Все скрутки мы выполняем на задержке дыхания. И таких надо сделать 5 подходов по 5 раз. Тренировка наша закончена. Выполняйте такую тренировку каждый день дома, и вы никогда не будете иметь проблем со спиной. У кого-нибудь спинка болит? Нет. Такое приятное ощущение, облегчение. Полегчало в спине. И буду повторять такие упражнения, очень полезно. Буду привлекать дочку и сына, чтобы они вместе со мной делали упражнения. И все будет доброе! Привет, YouTube! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями. А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым.